зайчик прыгал. Thinks. Вот это слева заячьи следы. Так, где мы в прошлом году катались? Вот тут? Не знаю, тут же снега нет. Снега нет, что? На траве. Че, разворачиваемся? Да. Давай. Скреб чувствуется. Главное, чтобы ВСЦ был выключен. Ну, для этого мы внедряли там кнопку. Вот, если ВСЦ выключен, да, едет супер. Мы можем вот так даже. Машина ехала против горы, скребя дном. Можете себе представить. Вот. Кнопка отключения ВСЦ рулит. Что можно сказать? ВСЦ, который мешает водителю. Дорогие мои подписчики, приветствую вас в новом году. Всех поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы он не был похожим на прошлогодний 2020, наш знаменитый, который своим ковидом и так далее. И желаю всем здоровья, добра. И начну я свой рассказ о своем Лексусе RX300, который я решил продать с горечью в душе. Что я могу рассказать про эту машину? Эта машина 2005 года. Стоит двигатель 1МЗФЕ. Постоянный полный привод через межосевой дифференциал. Цвет черный. Для своих лет состояние очень хорошее. Двигатель, ходовка, состояние кузова снутри, снаружи, со всех сторон. Ну, покажу я поближе. Что тут есть? Эта машина, вот чтобы подняться по этому снегу, вот тут как бы сколько градусов, мне необходимо было отключить ВСЦ. С ВСЦ эта машина
ни за что бы сюда не поднялась. Высцы я отключаю, используя вот такую вот кнопку, вот, которую я внедрил сам. Как бы место под эту кнопку завода имеется, но в комплектацию, видимо, не входит. Это я отключил, используя схемы, которые у нас есть на drive2.ru. Разные люди отключают таким образом. Вот. И также я выложил отчет про эту проделанную работу на Drive 2 в своем блоге. Это у нас от Toyota Harrier. И башка с DVD умеет показывать DVD-видео. Так, включаем, нажимаем диск. И начинает проигрывать. Вот сейчас увидите. Вот, например. Чтоб цветной показывал, надо записывать диски в формате NTSC. Также используем мы, нажимая кнопку ТВ, у нас задействуется блок ТВ. К блоку ТВ у нас прикручен вот такой вот девайс. Этот девайс. Туда я втыкаю просто флешку. Антенна как бы не подключена. Этот девайс умеет показывать изображение с флешки, тоже в формате NTSC. Но есть там проблемка, когда нагревается немножко, он перестает показывать, ну, теряется цветность. Вот, что еще? Откроем капот. Откроем капот. Так, откроем капот. Мы тут увидим газовое оборудование. Отчет про установку газового оборудования тоже есть и на драйве, и на YouTube. Вот, редуктор находится вот здесь. Если я снимаю это газовое оборудование и оставляю себе, а стоит у нас Digitronic 3D Power, мозги Digitronic 3D Power, скорострельные AMVL, так называемые, значит, трасса 8-миллиметровая, термопластик, что еще? Вот, и баллон сзади 85 литров. Вот я вам сейчас покажу, если видно будет. Я не знаю, видно, не видно. Видно, да, видно. Как-то вот так. Если я снимаю газовое оборудование, то делаю скидку 30 тысяч рублей. Так, что еще? Естественно, то, что сверху, это от Subaru. Я их не продаю, я их себе оставляю. Так, что еще? Ну, сразу после покупки автомобиля я проделал кое-какую работу. Была куча ошибок, и я устранил эти ошибки. В частности, эти ошибки были связаны с системой IFS. Мигал IFS, это как бы фары направо-налево, вверх-вниз, регулировки и тому подобное. Тут 4 датчика на каждом колесе. Ну, значит, довел до ума тот, который справа. Это у нас на правом колесе датчик. И много других ошибок я убрал, об этом на драйве я есть упоминание, и на YouTube тоже, на моем канале. Подписывайтесь, смотрите. Когда купил, кроме ошибок, еще я и устранил вот такую штуку из швов, через швы внутрь попадала вода. После дождя всегда образовывалась лужа. Я эту проблему решил, значит, я промазал герметиком все стыки, предварительно зачистив хорошенько, под рейлингами, здесь тоже. Вот, если открыть, то видно, наверное. Так, вот в этих местах, вон, видно. Вот, еще что сделал этим летом, в августе, по-моему. Значит, я снял всю внутренность машины, убрал сидушки, убрал ковер, помыл ковер хорошенько, вот просто чекерхером, автохимией.
хорошенько, несколько раз в течение дня помыл, зачистил хорошенько пол и обработал антикоррозийным составом. И в несколько слоев я покрасил его. Значит, покраска, лак, грунтовка, покраска, лак, потом мастика антикоррозийная. Вот, то есть хорошо подошел к вопросу. Вот. По кузовщине. Кузов в идеале, кроме вот этих точек, это задние арки, вернее, задние крылья. Вот здесь немножко пупырышка есть. И с левой стороны. Вот тут тоже немножко пупырышка, немножко ржавчины. И все. Левая дверь задняя вроде как деланная, не при мне. Я не об этом не в курсе. Предыдущий хозяин мне об этом говорил, об этом я уже успел забыть. Вот. Связанных с этим у меня проблем никогда не было. Использую, владею машиной уже полтора года. Вот установлен вот такой фаркоп. Багажник такой вот большой, вместительный. Влезает куча всего. Ну, машина такая, конечно. Машина трассовая, себя ведет. Ведет себя очень хорошо. Вполне достойная машина. Причем это второе поколение. Видите, как выглядит? Выглядит просто прекрасно. А, самое главное я забыл сказать. Кроме отключения ВСЦ, тут еще убрана пневмоподвеска. И убрана она давным-давно, еще предыдущими владельцами. А мною я добавил тут проставки для того, чтобы поднять машину. Из капролона изготовил сам. С братом вместе готовили на токарном станке материал капролон. Высота этих проставок — это 2,5 сантиметра. Когда машину я проверял клиренс, у него с завода заявлено 18 сантиметров, реально 21,5 сантиметра. Это самая нижняя точка у машины. Остальные точки еще выше. Так что клиренс тут очень хороший. Так, поменял я телефон. На другом зарядка кончилась. Так, продолжаем. Про проставки видео есть. Посмотрите у меня на канале. Вот, что еще? Я забыл сказать, когда открывал багажник, у меня не работала кнопка. Здесь обслужил концевик. А, господа, те, которые используют RX, владеют RX 300 или 350, 330, не надо вот это место хорошо обливать силиконовой смазкой. Силиконовая смазка проникает внутрь контакта, из-за чего перестает работать концевик. Ну, в концевик попадает, из-за этого контакт пропадает. Вот. Привод тоже работает. Привод работает от кнопки снутри салона или как называется, ключа работает. Дальше быстренько расскажу, пока телефон не замерз. Значит, стоят новые тормоза полностью обслужены. Вернее, как сказать, пока я владел этой машиной в течение полутора лет, я раза два как минимум поменял только во всей системе тормозную жидкость. Казан, бери, в багажнике бери. Поменял тормозную жидкость, значит, спереди поменены поршни, тормозные поршни в суппортах, поменены диски, передние диски новые, сзади диски, можно сказать, тоже новые, без малейшего износа, контрактные поставил, ровненькие, хорошенькие. Справа новый суппорт, тоже контрактный, так как я испортил скобу. Ну, не так сделал, один был, помощника не было, вот, как-то так. То есть тормоза
у Лексуса, у моего Лексуса, как у новой машины. Я бы не сказал, что они... Ну, тормоза тут очень интересные. Если ты нажимаешь в тормоз резко, тормоза тут держат очень хорошо. Если ты нажимаешь резко, то педаль у тебя вырывает. Это есть такая система, которая помогает при экстренном торможении. Вот, как-то так. Что еще? Двигатель обслуживал я через каждые 10 тысяч, менял масло. Коробка в коробке масло поменено до меня. Я сам этим не занимался, я такой пробег тоже не прошел. Еще где-то тысяч 30 как, можно проехать, как минимум, до замены масла. Хотя на этих машинах масло можно и не менять, так говорят. Вот, как-то так. Что еще можно добавить про эту машину? Вот такая вот хорошая машина. Вот, всем желаю счастья, добра. И эта машина ждет своего счастливого покупателя. Вот так. Почему я хочу купить... Почему я хочу продать эту машину? Все потому, что я являюсь любителем Subaru Forester. Я хочу себе Subaru Forester еще раз. Третий Subaru Forester второго поколения. Вот. Вся единственная причина. Как дополнительный купить я не могу. Мне денег не хватает. Ну вот, как-то так. Всем желаю добра, счастья, удачи. И не болейте. Всем пока.